Добрый день, комиссионная победа по вашему запросу. Видеообзор на iPhone X версии на 64 гигабайта. По состоянию внешнему скажу, что состояние хорошее. Есть небольшие, конечно, потертости, царапины. Заднее стекло полностью цело, не битое. Стекло камеры тоже в хорошем состоянии, можно так сказать. Экран у нас мененный. Так, это одно. А второе, то, что он полностью работает. Единственное, может быть, где-то местами пропадает чувствительность сенсора. То есть не так, как на оригинале. Вот так, в целом, экран полностью рабочий. Фейс рабочий. Сейчас проверим сразу. Аккаунтов, естественно, нету. Да, 64, iPhone X, версия Pro 14.06. Сим-карты видят все. Сейчас стоит наша мегафоновская. Связь проверяли, динамики хорошие, не хрипят, звук. Слышно хорошо собеседника. Так, состояние 75 АКБ. АКБ родной стоит. Всего доброго. Счастливо. И Face настройка. И Face. Все. Фейс рабочий. Так, звук. Да, звук динамиков тоже хороший. Звуков посторонних они не издают. Так, камеру потерял. Вот она камера. Снимает хорошо. Не мыльно. Фронтальная камера. Также хорошо снимает. Так, по звуку. Сейчас проверим связь. Тут, по-моему, номер. Алло, алло. И меняем. Алло. Алло. Также звук хорошо работает. В целом никаких больше недочетов по телефону нету, все указал, корпус целый, причем на стекле еще наклеена защитная пленка. Все работает, все хорошо, единственное, да, мененный экран, в целом никаких других дефектов нету. Только забыл сказать, качелька громкости плюс, то есть залипает, немножко нужно усилий прилагать, чтобы прожать, но в целом кнопка работает. Вот, то есть прям усилия прилагаю, чтобы ее прожать, минус. Хорошо работает. Плюс громкость минус тоже переключается в рабочем состоянии. Все, вопросы будут, можете на филиал обратиться. Ответим на интересующие вопросы, соответственно.